Приветствую вас, я бы хотел поддержать свою коллегу Скилкову Ирину и, в общем-то, сказать, что да, отношения разрывать не вариант, потому что те же паттерны вы принесете и в новые отношения, поэтому совершенно не вариант эти отношения разрывать. Несколько моментов, на которые хочу обратить ваше внимание. Первое. Это невозможность адекватно выражать свои эмоции, свои чувства, свои желания. Очевидно, здесь, то есть вы себя сдерживаете, 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 потом взрываетесь, потом себя обвиняете. Вот, это известная достаточно замкнутая сеть, замкнутая цепочка, вот, реакции, вот, которой нужно выходить только принимая свои чувства и грамотно их выражая через, например, я сообщение. Второе. Это налаживание именно коммуникации. Тут необходимо учиться бесконфликтному общению. Необходимо этому учиться. Я сообщение, активное слушание, принципы амортизации, вот это все. Следующий момент. Анализ ваших психологических портретов. Для понимания того, насколько вы подходите друг к другу в отношениях. Основная задача здесь найти точки пересечения во взаимодействии такие, чтобы это взаимодействие было максимально конструктивным. То есть, к примеру, если вы обращаетесь к своей девушке с позиции «хочу», то есть вот «я чего-то хочу», она в это время находится в позиции там, «я могу» или «я должна», то вам, вероятнее всего, девушка не ответит на ваш «хочу». И вот в подобном ключе рассмотреть, в каком состоянии бываете чаще вы, и когда, в каком состоянии чаще бывает она, и когда, вот. Это тоже необходимо. Следующий момент – это чувство собственничества, это сведение ценности человека как материальной, в том числе и вашей, ну, в том числе и своей. То есть вы в том числе свою ценность к этому же сводится, с одной стороны. Вот это тоже важно. Дальше пересмотр того общего, что между вами есть. И я думаю, что абсолютно, несмотря на то, что абсолютной нормой является непонимание того, за что вы человека любите, все же вы в большей степени любите не ее, а себя рядом с ней, потому что вам вот вы не готовы ее отпустить. Я бы обратил внимание на то, что вы понимаете под своим человеком, ну, вашим человеком, что вы под этим понимаете. Потому что здесь может быть идеализация. А я бы посмотрел, боитесь ли вы потерять девочку. Боитесь ли вы, ну не боитесь потерять, а боитесь ли вы расстаться?
боится тебя расставаться. Вот, потому что чувство вины может быть связано с этим. Да? Ну, вот. Нужно посмотреть, есть ли вторичная выгода от вашего текущего поведения, когда вы ссоритесь, потом миритесь, потом опять говорим, опять ссоритесь. То есть вполне вероятно, что жить по-другому вам будет просто скучно. Девушка ваша играет в психологическую игру «Попался негодяй». Вот, можете изучить это в интернете. В интернете эта игра есть. А вы, значит, так, сейчас я посмотрю. А вы болезненно реагируете на то, что, по вашему мнению, девушка вас не любит. То есть, вот есть какое-то ощущение, что вас не любят и, ну, болезненно реагируете, можете болезненно реагировать на это, на то, что вас не любят. Тут опять же нужно понять, какое значение для вас имеет любовь именно партнера к вам. То есть не вы, да, не ваши чувства здесь играют роль, а именно вы. Вот как любите вы. Ой, любят ли вас, точнее. Вот это тоже очень важно, потому что здесь опять же плюс. Плюс к тому, любите ли вы девочку или любите себя рядом с ней. Вот. Это вот такой важный момент. Так, значит, пыталась много раз поговорить, такое, что проходит мимо ушей. Это нужно поисследовать, что именно проходит мимо ушей и что именно вы говорите. Ну вот, как быть в данной ситуации? Чтобы что? Нужно ли прекращать? А чего вы хотите? И что мешает смириться? А мешает смириться, скорее всего, удар по самолюбию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.